10 марта 1945 года. В течение 10 марта юго-восточнее Данцига наши войска в результате наступательных боев заняли город Тигенхоф и 9 населенных пунктов. Войска 2-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление на Данцигском направлении, овладели важными узлами железных и шоссейных дорог, а также заняли более 300 других населенных пунктов. В Венгрии, северо-восточнее озера Балатон, наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника, стремящегося прорваться к Дунаю. Ценой больших потерь противнику удалось на отдельных участках незначительно ворваться в оборону наших войск. За 10 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 187 немецких танков и самоходных орудий.